I don't wanna feel this way, but it's not that easy. You're complicating things for me. No, it's not that easy. Так, ну что, друзья, мы добрались к Каппадокии. Вашему вниманию. Мы вначале приехали не туда. На Яндекс просто забили Каппадокию, и он там дает полет на шарах. Ну, мы думаем, там самое интересное место, куда все прилетают. Приехали, я вам показал, где там были. Там тоже интересно, можно погулять. Пустынно, кстати, никого нет, вообще людей. Прикольное местечко. Вот, ну и мы потом дальше поехали, смотрите, забил просто я поселок Гереме. Прям по-русски можно сказать, Гереме или по-английски. Все, вы приедете в такое местечко, я думаю, это самый центр туристического сезона. И здесь уже сейчас отправимся гулять. Если что, смотрите, здесь прям А101 есть, можно зайти воды себе сразу взять, еще что-то. Шоколад детишкам и отправиться покорять просторы вселенной Каппадокии, конечно. Естественно, сразу же нам на парковку подошли спросить. Ну, что-то недорого, 10 лир в час. Вот, на 2 часа мы сейчас пока что оплатили. Все с терминалом официально подходит. Дальше сейчас идем. От Кайсери, это если вы на самолете туда прилетите, нам всего, ну, где-то там час ехать. Поэтому многие приезжают на такие туристическо-медицинские туры. Кайсери прилетели, там себе сделали зубы. Немцы многие приезжают, потом, естественно, к Каппадокию съездили, машину там или в аренду взять, или как экскурсию можно организовать. И все, и сюда. Поехали, гуляли. И на шаре подняться. На шары летает по утрам. Сейчас не вижу их. Вот. Это уже с ночевкой надо прилетать. Приезжать сюда. Здесь тоже есть жилища такие интересные, своеобразные. Прям в скалах в этих. Сейчас, я надеюсь, мы их увидим с вами и посмотрим. Смотри, здесь, естественно, можно сувенирчики прикупить. Главный, наверное, сувенир это будет с воздушным шаром, если вы на нем подниметесь. Видите, смотрите, здесь внизу есть отельчики такие. Наверху. Но мы ничего не читали, ничего не изучали. Куда идти, как идти. Просто вот так, самотеком. Сейчас сами все будем узнавать. Как первопроходцы. Так, естественно, можно его почитать. Куда приехать, какую точку, куда идти. Но мы хотим дикарем все прям сами разведать. Смотрите, здесь такие скалы. И люди в них строили прям жилища. Видите? Окна, вентиляция. Все делали сейчас. Голуби тут облюбовали. Здесь вот так вот все красиво. Это уже более современная постройка, наверное. Видите, насколько современно, что там вот сейчас уже бассейны строят. Здесь, видите, все прям так обустроено. Старые скалы. Уже интегрирована немножко современная постройка. Ну, как современно, относительно. Ну, очень красиво, конечно. Немножко в гору здесь надо подниматься. Ну, нормально. Хорошо. Берите с собой обязательно футболки. Без них не ходить. И кофту. Потому что может быть где-то прохладненько. Сейчас мы в тени стояли возле машины, было прям холодно. Солнце выходит жарко, вдруг сучка появится, будет опять прохладно. Так, не ломайте, кладите на место. Раритет. Вот видите, тут маленькие гостиницы. Каппадокия, Кавая, Сьют. Их тут много. Это можно через островок бронировать. Или смотреть что-нибудь на букинге. Потому что крупный туроператор здесь не бронирует. Ну, либо экскурсии сразу брать. Или сами машины в аренду и здесь уже гулять. Так, здесь мы с вами переключаемся на Osmo Pocket 2, потому что здесь есть такие интересные штучки наверху, мне надо вам немножко позумировать в хорошем качестве. Это, видите, какие там красоты. И там рамина как раскалывается, это скала, возможно, скоро и разделится на две части. Так, мы здесь идем сейчас уже вверх, дорожка такой маленькая, видите, прям как здесь. Обустроено все. Хотим найти такие скалы, чтобы туда можно было зайти, прям в домик, посмотреть, погулять. Если так идешь, такие потайные комнаты. Прям туда спуск. И пошло. Не знаю, там кто-то живет. Там темно, не пойдем, Поль, пойдем там где-нибудь светло. Здесь даже колесницы встроены. Туда, смотрите, как интересно. Видите, как есть, возможно, что вот налево повернул, как мы. 5 лир за вход за человека заплатили, но за деток у нас нельзя, только за взрослых. Значит, что-то там будет интересно. Либо просто это такие здесь поборы с туристов. Сейчас узнаем с вами. Смотрите, львы тут отдыхают на дорогах. Очень похож на льва. Мишку. Ой, какой хорошенький. Вот его погладить. Так, здесь надо немного усилий приложить, чтобы подняться. Я услышал, что они из такого материала сделаны, эти камни. Сказали, что из них легко выбирать вот эту породу и легко строить жилище. Ну, крошится, да, кстати, крошится. Не сильно мягкая, но крошится. Поэтому легко, видимо, да, было строить. Если какую-нибудь взять кирку
вулканические извержения, там Жанна говорит, наш экскурсовод сегодня. Пожалуйста. Немного дыхания, потому что тут в горку такой приличный подъем уже нет. Пойдемте, дети, а то сейчас вам придется дом здесь строить. Будете жить тут. О, конечно, не зря мы сюда поднялись, смотрите. Я тут думал дрон запустить. Но, поднявшись сюда, думаю, можно и не запускать. Смотрите, как красиво, да? Потому что с дроном, я думаю, проблем здесь сразу схлопочу. Точно, тут полиция дежурит. И собирая денежку за это обязательно, или штраф, или куда-нибудь вообще заберут. Да, тут вообще очень красиво, смотрите, как здорово. В эту сторону можно еще и на другую посмотреть. Потрясающе, так идешь и кажется, что сейчас там такой обрыв будет. Вообще класс. Воу, ощущение обалденное просто. Вам живая съемка. Прям идешь и реально не знаешь, что там будет дальше. Слушайте, классно. Очень красиво вообще. Можно даже дрон не запускать. Мне кажется, мы куда-то туда заезжали, когда вначале. Вот туда куда-то точно. Класс. Вообще восхитительно. Здесь, смотрите, как на Кубе. Кокосы, пожалуйста. Сок свежевыжатый. Дондурма. Кстати, мороженое. По-турецки переводится. Фруктов можно взять, сока нажать, я думаю. Но здесь, когда поднимешься, да, хочется немножечко заряд витаминчика. Сока бахнуть. Апельсиновый или гранатовый. Давайте вам прям колорит покажу местный. Не, приятная очень атмосфера. Подниматься, кстати, вот смотрите, как высоко, в принципе, поднялись, да? Но не особо труда. Не заставляет меня тут это, цепляется что-то. Люблю на сумпоке снять, здесь микрофон. Он там бьется иногда в цепочку, либо там еще что-то. Там они должны синхронизироваться, время должно быть. Зато картинка классная, да, звук? Я люблю на Соньку быстренько достал, вот так вот раз, из кармана. Одну кнопку нажал, чик, все, запись пошла, и там живые эмоции. Потому что здесь иногда микрофон не синхронизируется. Видите, пока я болтаю, я вам буду показывать, что вокруг происходит. И за счет этого ты можешь либо эмоцию потерять, либо там. В общем, не передать тот момент мгновенный, который реально надо снять. Поэтому я стал снимать обратно на Соньку сейчас. Вот хотел GoPro-шку купить, еще что-то. Но там тоже своих минусов полным-полно. Вот, поэтому я пока рассказываю, вы смотрите, разглядывайте, как будто вы сами идете. Как будто мы с вами идем вместе, да, и рядом вот так болтаем. Поэтому нет такой камеры, которая полностью бы решала все вопросы. У меня есть большая камера, дорогущая, за несколько тысяч долларов. С крутым объективом, с офигенной цветочувствительностью. Но на нее влоги не поснимаешь, она для профессиональных съемок. О, как красиво, давайте вот так вот еще раз пройдем. Вот, поэтому приходится вот так вот. И здесь свои минусы, где-то тряска, где-то звук, где-то еще что-то. Но самое важное, это эмоция, потому что небольшая тряска, это фигня. Так вот иногда бывает, пока ты включаешь камеру, и все теряешь. Это вот надо как сейчас идти, просто постоянно снимать, чтобы вот эту вот красоту вот не пропустить. Ладно, это все мелочи. Самое главное, вот она, картиночка. Ой, как здесь классно. Вообще обалденно. Да, смотрите, сын мне сразу подсказывает. 2 лиры, значит, что-то здесь можно посмотреть. Сейчас дам. Только у меня мелочь в машине. 4 лиры, да? Я для заправки. И такая смотровая площадка здесь. Да, и дрон можно не пускать. А здесь... Блин, просто восхитительно, да? Смотрите, какая красота. Здесь, видите, очередь на фото. Очень классно. Я тебе другую сторону еще покажу. О, вот так вот. Классно, просто слов нет. Так, а я вот сейчас смотрю, смотрю, и смотрите, как я вдалеке узрел вот такую вот точку. Ее бы найти на карте, туда бы слазить и съездить. Вот там вообще прикольно. Очень там красиво должно быть. Мы сюда когда ехали, у меня цель была как бы, ну, внутренняя такая, да, желание, даже, наверное, вот сказать, вот полазить вот внутри вот штуку, вот за эту пещеру, посмотреть. Но когда мы сюда на панораму сейчас поднялись, я понял, что вот, что должно было быть целью, то есть здесь стоишь, смотришь, и, знаете, как ощущение, как на море, как на что-то вот такое, знаете, необыкновенное. Поэтому приоритеты меняются в процессе нахождения здесь. Но тоже хочу все равно найти пещеру, где можно будет залезть, не пещеру, а
скалу с жильем, прям походить там, поснимать, обустроиться. Матрас надо полежать чуть-чуть. Представить, как жили первобытные люди здесь. Хотя здесь не первобытные, наверное, уже жили. Кто, кстати, знает историю, там даты, века, все вот это, под комментариями пишите, в комментариях точнее, и мы все будем лайкать, прям можете подробненько писать, все будем лайкать, за счет этого ваш комментарий уйдет наверх, и все будут спускаться и читать. И мы вам, естественно, себе огромное спасибо за это скажем. Пори там дурму пытается отнять. Шоу, главное не переборщить, в прошлый раз переборщили, только расплакалась. Все, аккуратненько берите. И что? О, мне сразу два. Двойная дандорма. Давай, позже. Сейчас Никите на очередь поймать мороженое. Никита почти поймал. Опа! Беги! Беги! Сейчас он намажет тебе нос, Никит. Попробуй. Никит стесняется. Маму нашу надо так помучить ему. Так, за два мороженых 90 лир. Нет, 80. А, 80, да. И он двойные и тройные сделал дозы. Мороженое очень вкусное. Прям очень вкусное. Я прям сам целый захотел. Пойдем посидим. Нам торопиться некуда. Целый день на спиде. Кстати, классно здесь, если на рассвет не успеваете, то на закат тоже будет очень красиво. И будем сидеть до заката. Смотрите, здесь даже дракон есть. Драгон, как он правильно называется. Поле хочет сок из него. А из хрена ты сок не хочет? Нет. Вот хрен. Это вообще острый. Имбирь, хрен, это одинаково. Естественно, решили фрешку взять, освежиться. И смотрите, вот такой стакан сока 40 лир стоит. Я считаю, недорого для такого экскурсионного места. Жанна это все практикует, стоит на турецком разговаривает. Бетана, китана, портакал там что только не говорит. А, это апельсин, да, портакал? И смотрите, пожалуйста, арбуз с сердечком. Специально для нас. Мне кажется, это сегодня сердечко. Давай по половинке. Что это? Путаешь сердце с другим органом. Да, сейчас похоже на что-то более интересное. Кошак к нам пришел. Где у вас тут колбасу дают? Кстати, ей можно мороженое дать. С колбасы у нас нет. Сок не желаете? О, я люблю апельсины. Что, то же самое все говорит? Дублер мы. Сидим, говорим, давайте с собой кошку заберем. Будет у нас каппадокийская кошка. Жанна говорит, значит, будете, говорит, халмы в лотке строить с жильем. Да? Ты умеешь строить, а? Халмы. Какая хорошая, ласковая такая, грязненькая. Ее помыть, да, забрать бы. Блин, есть мама, а если тебя какой-то человек возьмет, заберет от мамы? Ну, Дон Дурма кошке нравится. Привезем. Ой, глаза закатят от удовольствия, какая. Мороженое вкусное. У него уже сидит, кошку просит. Поль, сейчас разрешение у ее мамы спроси. Найдешь ее маму? И папу. В общем, кошке прям вот так вот дон-дурма перепала Полинина. Вафли будешь тоже есть? Она от нас сейчас не отстанет, точно за нами побежит после такой трапезы. Мы сделали такой кругаля там по горам, спустились, здесь теперь понизу идем, здесь ресторанчики, кафе разные, магазины, шопинг-центры, отели тоже вот кругом, в любой дыре, в любой норе, в любой пещере есть. Ну, конечно же, везде куча агентств, чтобы на шаре отправиться. Такие еще кафе есть, смотрите, колоритные, там в пещерах. Ковры, пожалуйста, чтобы не мерзнул дом, чтобы душ согревал в зимнюю стужу. На самом деле здесь много всяких долин в одну сторону, в другую, в третью, в четвертую. Вот, много чего здесь можно пойдет, в пещерах полазить. И банкомат, кстати, Хиллз. Зират. Ну вот та гора, которую мы видели с той горы.
Учесар называется местечко, прям на Яндексе можно забить. Навигатор, я Яндекс.Навигатор пользуюсь, кстати. И все, попадайте. Смотрите, какая красота отсюда вообще. Бамбалейла. Очень красиво вообще. Так, давайте я немного поближе вам покажу. Зазумирую чуть-чуть. Вот так вот. Здесь, смотрите, такой рыночек, базар. Фрукты продают, там кувшины продают. Здесь вход, как экскурсию можно взять. Вход стоит 50 лир на человека, вот на этого челдренка бесплатно. На которого постарше, как на большого человека, тоже 50 лир. Идемте погуляем, да? Здесь как музей дополнительно еще сделан, и плюс сами пещеры, скалы. Я очень хочу куда-нибудь вылезти в окно, посмотреть. Смотрите, у них, смотрите, какие системы были. Что там? Это, наверное, холодильник был. Потому что ближе к улице расположен. Знаете, прикольно, что здесь ничего не огражден, то можешь заходить и все смотреть. Поль, вот лазить, наверное, точно не надо, зай. Представляете, сколько лет этому дереву. Поль, из этого дерева что-то сделано такое. Здесь как будто колеса какие-то. Как будто Флинстон, помните мультик? В общем, что-то здесь такое было интересное. Представляете, сколько поле лет этому колесу? Колесница какая-то была, точно. Колеса. Это у нас серединка. Пойдемте дальше. В общем, да, класс, что не ограждено. Заходишь, все, трогаешь. Пойдемте выше. Обалдеть, представляете, да, в скалах такие ходы. Прорыть туннели. Не, ну если все это легко крошится, то... Ну да, вот видите, как он даже пальцем, то есть киркой это все вообще легко обрабатываться будет. Причем это все стоит и крепко, какая высота. Вот здесь можно гюзлиме скушать. Надо нам тоже подзарядиться. О, здесь мы выходим, здесь глаза радуются долине. Вот смотрите, как классно. Здесь можно идти, пойти и уже лазить где-нибудь. Вон там есть как бы организованная дорожка. Туда смотришь, тоже класс вообще. Там, кстати, гора еще выше этой. Зимой тут все в снегу, естественно. Кстати, да, сейчас давайте посмотрим, сколько у нас метров над уровнем моря. 1345. Костер, блин, еще метров чуть не грохнулся. Там, скорее всего, ванна была или джакузи. Здесь вот комнаты, детская, взрослая. Да, это точно ванна была, смотрите, вообще прикольно. Обалдеть. Кстати, как это нет? Наливали водичку, ложились. И вот с таким панорамным видом балдели тут. Пили напиточки свои вкусные. Смотрите, какие постройки, да, лестницы, комнаты, ну вообще прям очень красиво. И это у нас крепость, так и называется тоже, крепость Учесар. Чтобы вы не искали, я вам, знаете, как придумал, сейчас ссылку прям сделаю на Яндекс. И под видео... Прям кликайте, если вдруг кто захочет путешествовать, кликайте и сюда прям приезжайте. Я сейчас смотрю на этот вулкан и думаю, это, представляете, у них там в древности извергался, вот они джакузи здесь лежат, и как камин у них работал. Вполне возможно, что, чем черт не шутит. Смотрите, здесь какой-то погреб, ничего себе, вот сюда провалишься уже, Никит, не выберешься. Офигеть. Интересно, что это у них такое было? Явно не колодец, потому что это высоко, вода туда не выйдет. Может, как резервуар какой-то был. Смотрите, лавка, скамейка. Пойдем. Ой, смотри, вот это точно комната чья-то была. Это моя. Это полки здесь такие были. Это будет моя комната. Для игрушечек. Сюда игрушечки можно класть. Да, или я. Поля выбрала себе комнату. С детками здесь надо ходить за ручку, потому что они куда-нибудь... Если оступится, обалдеть вообще, да? Пойдем, Поль, в эту комнату свою. Да, да. Это будет моя вторая. Я скажу, это будет наша гостиная. О, ничего себе, смотрите, какой здесь выход из окна. О, мать, здесь еще какие-то у них лазейки, туда что-то уходят. В общем, постройки, будь здоров. Перекрытия такие вообще, смотришь на все это дело. Трещины меня немножко смущают. О, здесь этот балкон.
Обалдеть, это балкон. И везде, смотрите, кратер, везде у них джакузи было такое. Вообще класс, таким видом тут. Здесь еще у нас балкон. Коля, осторожно. О, здесь, смотрите, такие ходы. Можно ходить, смотрите, самое главное, никаких ограждений, ничего нету. Ходишь прямо по природе. А здесь уже немножко даже страшновато ходить, если честно. Вообще, смотрите, как, да? Прям подходишь к краю. К краю лучше не подходить, вдруг обрушится. Смотрите, как тут подсветка сделана у них натуральная. И вот круги такие прям очень вычетные. Это вот темная комната. Прям очень темная. Что-то куда-то даже туда страшно ходить. Так, ну что, еще выше поднимемся. Здесь какое-то место хранения, полки там какие-то. Нет, туда мы не полезем. Чтобы здесь ходить, ходить, блуждать. Прям там идут перегородки такие, можно прям меж комнат ходить. И лазить вообще, конечно, прикольно. Видите, обгоревшие потолки, здесь подсветка была вон там натуральная. Дети лазят через эти маленькие щелки меж комнат. Это здесь какие-то маленькие люди жили. Такие двери маленькие. Так, ну это мы ушли куда-то сюда на ответвление. Так выше можно подняться по организованной лестнице. Уже ограждение есть и более безопасное. Мы туда вот пошли. Все выше, выше. И выше. Скоро дойдем до самого верха. Ой, как красиво получилось. Так, еще чуть-чуть, и мы будем на пике. Не только эмоции, но и этой крепости. Бассейн камней. Борь, знаешь, как есть такой бассейн с шариками? Да. Вот так вот в древности развлекались. Тут тоже, видите, всякие лазы, дыры. И опа, мы на самой вершине. Смотрите, какая красота. Ой, смотри, как красиво, да? Вообще бомба. Поле все норовит вырваться. Я просто железно схватил за руку. Не отпускаю. Здесь, смотрите, уже можно во все стороны глядеть. Это самая высокая точка здесь. Ну, кроме того, вулкана. Вот как красиво. Блин, с этими спиногрызами страшно лазить здесь. Все время куда-то норовят залезть. Но в красивые места залазят. Вообще просто. Просто вау. А вот если смотреть туда вниз посмотреть, тоже не менее красивая. Смотрите, сколько там лазов, ходов. Мы только вот в одной части крепости, там вторая еще есть. Так вот смотришь, как будто какой-то крот стоит. Правда, плохо видно на маленьком экранчике там, но, наверное, хорошо видно. В общем, камни напоминают различные фигуры. Потрясающее место, обязательно приезжайте сюда. Ну, пока мы там наверху лазали, у меня даже уши замерзли, представляете? А здесь вот внизу тепло. Там потому что ветерок такой. Поэтому если надолго пойдете, если, то берите кофту. Что за... Здесь мы уже были, мы отсюда выходили. Да, кстати, если кто не знает, да, я рассказывал, нет, что такие шары здесь надувают огромнейшие. Огромное количество. И они все взлетают на рассвете, очень-очень красиво. Ну и главное, чтобы погода попала. Видите, сейчас ветер, сегодня, может, утром вообще не было шаров. И на последний день не бронируйте, то можете не улететь никуда. Здесь местный Макдональдс. Здесь немножко все по-другому. Здесь сразу расплачиваешься, сразу здесь же выдают. Немножко не рассчитали. Там было детское меню такое. Две булки. Мы хотели одну взять на двоим. Получилось, что каждому по две булки. Я так вам по ценам покажу. Сейчас дать на паузу и на три умножать. Примерно таким ценам. И тут у них соусы, видите, какие соусы у них тут. Не как у нас коробочка, а только кетчуп и майонез. Сытного нет.
и макра ел вот такой. Всем любителям Макдака, кто любил, даю привет. Ну, вкусные точки мне тоже понравилось, когда последний раз были. Ну, вообще, очень удобно, когда рядом с вами есть торговый центр. Можно кафешки сходить по магазину за подарочками. Вот, естественно, продуктами, да, всякими. Вот. Ну, в Макдак редко ходим, на лете это как праздник. Мы стараемся есть здоровую пищу. Пробую немножко на телефон поснимать, посмотреть, насколько это удобно. Многие, я смотрю, переходят на съемку. Немножко неудобно или просто не привык. Посмотрим. Приехали. Али Даги 360. Это то место, куда мы с вами ночью приезжали. Помните, мы на Росте с первого места к вам приехали. Сейчас опять сюда. У нас последние денечки остались. Оттуда на параплане летали. Сейчас видел. Хочу все-таки полететь. Завтра пораньше надо приехать и стартануть. И прям до Анталии сразу, чтобы машины не ехали. Лайфхак, если будете в апарт-отелях жить или еще в каких-то отелях, такую штучку покупаете, типа сэндвичи делать. Тут можно и бургеры погреть. Оно уже горячее. Картошку фри, и бутерброды сделать, все что угодно. Какие тысячи греть. Горячее уже. Еще так и чаек можно сделать. Здесь даже яичницу можно пожарить при большом желании. Так, я перед отъездом вас 101 купил, что-то вообще недорого, там 350 лир, что очень пригодилось. Вот красота какая. В общем, тот этаж закрывается, то ли полностью арендовали, то ли там техникал сервис будет. В общем, нас переселили на 12 этаж повыше, с лучшим видом. Так, номер точно такой же. Тоже сьют, тоже 136 евро центр. Смотрите, как отсюда повыше. Да? У нас сегодня заключительный день процедур. Сколько там? 5 дней у нас всего лишь. И уже все там сейчас чуть-чуть доделывают. Большой этап работы, очень-очень быстро, практически даже сколько, 4-5 дней, меньше недели. Жанна вот с таким вот видом прекрасным здесь делает все процедуры. Такая красота. Куда ты на эти горы, мы там поднимались с вами, да? Так, ну что, сейчас вам кое-что покажу. Загружаемся и едем на гору. Так, ну что, поднялись сейчас над Кайсери, на гору. Подгадался, что будем делать, правильно? На параплане сейчас летать. Такая группа, команда. И сейчас инструктаж, не знаю, что будет, на турецком. И полетим. С дочкой Вахида. Вахид не полетел, хотя должен был. Последний момент что-то не получилось у него. Ой, как красиво, да? Дымка такая. Влажность, наверное. Море не видно, но где-то оно есть там, в Анталии. На параплане это можно даже вверх подниматься, когда восходящий поток ветра идет. Можно высоко-высоко улетать куда-нибудь. Класс, да? Сейчас полетим с вами. Вот, смотрите, видите, где мы взлетаем, а вот выше поднялся человек. Ну что, вот такое обмундирование у меня, все как положено. Смотрите, видите, видите. И люди в рубашках после офиса сразу разрядится. А вот это мой инструктор, естественно, мы вместе полетим, одному нельзя. И сие удовольствие стоит 500 лир, всего-навсего. На 3 умножайте, где-то там 1500 с лишним рублей, ну или там доллар перевести. Run! Вот дочка Вахида полетела. Мы следом. О, как красиво. И наверх, смотрите, сразу. Да, кстати, высота у нас здесь 1750 метров над уровнем моря. В Кайсери мы живем там где-то 1000. 750 выше поднялись. Последние приготовления. Зацепляемся сейчас и полетим. Сначала разбег и потом полет. Стоп. Don't stop. Yes. 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 Yes.
это кайф вообще. Прям Париж как птица. Обалденно вообще. Вон на то поле мы сейчас будем приземляться. Кто живет здесь? Мы идем в гости. Шутка, конечно, плохая. Оп, такой поворот. О, какая красота вообще. Оп, пошли на снижение. О, ускорение. Замедляемся. О. Класс! Very good! Yes, thank you so much! You're welcome! Did you like it? Класс! Don't forget to tag me! Не забуду никогда, очень классно! Вон оттуда мы летели, а вот и детки мои прибежали! Привет, пап, вернулся с полета! Отлично, очень классно! Come, come here! Спасибо. Я, правда, ботинок чуть не потерял. И когда разбегались, он у меня слетел, мы сели, я его натягивал. Смотри. Понравилось? Очень страшно. Папа, мы опять летим. Тебе понравилось? Да. Посмотрим, что к нему. Смотрите, как папа делает ботинки. Вытряхивай. Вытряхивай. А наверху немножко пыльно? Поэтому... У нас, мы приехали в место, в котором летают вот такие парашюты. Папа, когда шла, там летал. Параплан. Да. И здесь вот, вот такие вот шлемы и парашюты. Ну а как вам, понравилось? Может, можно, да, детей брать. Ну, очень классно, я всем рекомендую. Обязательно. Полетать, если будет возможность. Не страшно. Ну, зато куча, куча эмоций и удовольствия. Вон полька даже созрела, да? Класс. Так, ну что, сегодня у нас прощальный вечер. Завтра мы из Кайсери уезжаем в Анталию уже. Поднялись сюда в горы с таким видом прекрасным. Сейчас пойдем в ресторанчик. Все-таки покажу вам немного атмосферу здесь внизу. А потом концовочку вам включу. Так, в ресторанчик приехал на горе. Как он называется? Так? Ташмячан. Ташмячан? Каменный, да, что-то? Каменный... Дворец. Местность. Дворец, да. Каменный дворец. Вот так едят. А мы не брали, да? Испортили все. Кайф. Вот так вот надо пахлаву готовить. Подкормить меня будем. Не открывай рот, показывай, чтобы ты снимал. Да ладно уж, кормить. Да, вот пить. Очень вкусно. Вот так вот в этом ресторане не только подают пахлаву, но еще и кормят. Хорошо, хоть не положили, не сам съел. Как мультик, как он. Все, друзья. Спасибо всем, кто провел тут путешествие вместе с нами. Как всегда, не замечайте наводненьких мелочей, зажжитесь солнцем, морем, вкусняшками, позитивными эмоциями, всем, чем только можно, чтобы потом в работе реализовывать свою энергию заряженно. Огромную вам всем удачи, как всегда, и пока, увидимся в следующих видео. Огромное отдельное спасибо тем, кто досмотрел до конца, до этого момента, прям вот от души. Все, пока.